Ну привет, шо вы там? Нормально все? Сегодня рассмотрим еще одно радио, называется Меридиан 408. Этот радиоприемник выпускался в Киеве на заводе радиоприбор с 1984 года. Он у нас в полном комплекте сохранился. Здесь технический паспорт с датой выпуска 27 июня 1991, видимо, года. Тут есть схема вклеенная. Одна микросхема. Полевой транзистор. В общем, супер гетеродин на микросхеме и обвязке. Так, вот так. Такой он незамысловатый, чем-то напоминает Селгу 309, которую мы недавно слушали. Тут вот заводская пломба, поэтому вот это вот этот переключатель в таком поломанном виде пока и будет. Потому что не хочется повреждать заводскую пломбу. Вот. Здесь у нас включение и громкость. А здесь вот так вот сделана настройка диапазонов средних волн и длинных волн. И на этой же ручке нарисованы числа, частоты. Длинные волны 150-270 кГц, средние волны 540 кГц, 1,6 МГц. Питание от трех элементов. А316 шипит. Включим нашу радиостанцию, кстати, на средних волнах она у нас. В одном из недавних видео там получилось так, что я что-то слушал в эфире, а оказалось, песня защищена авторским правом, и YouTube заблокировал немножко видео. Поэтому я решил включить нашу радиостанцию Искатель.ua. И тут что-то такое бесплатное и разрешенное. Неплохой звук. Такой, ну, простенький дизайн, ну, как бы можно назвать лаконичный. Черно-красный цвет. Как сказал бы, неплохой приемничек. Если вы хотите еще что-то послушать, то подписывайтесь на канал, получите уведомления о новых поступлениях видео на наш канал. Ну, как бы на этом пока что все. Пока-пока.